Привет. Привет. Земляки летают сегодня в Гудауре, Грузия, со мной. Да? Украина. Да, Украина. Мы готовы к старту. Значит, немножко наклониться назад, вперед. Я уже все повторяю, говорил, поэтому повторяться не будем. Так, нас сейчас потянет назад. Будьте внимательны. Ветер хорошо. Немножко усилился, будет сильнее тянуть назад. Поэтому ножки, одну ножку вперед, другую назад. Упор сделали, но не старайтесь удержать, а старайтесь идти, бежать назад. Так. Вперед шаг сделали? Да. Еще. Двигаемся. Идем назад. Я хочу походить с вами. Отлично. Все, готовы. Идем назад сейчас. Идем назад. Пошли. Не пошли. Да это я. Это кто? Давай. Хорошо, побежали вперед. Вперед. И все, мы полетели. Ну так бывает иногда. Юху! Хорошо. Боже, спасибо. Как красота. Все хорошо, бывает. Ничего страшного. Правую коленку вперед, вверх немножко, чуть-чуть. Угу. Удобнее сидеть будете. Вот. О. И левую. Тут так как в кресле качалки. Тут даже удобнее. Мы я очень думаю, долго да. иногда летаем. У меня вообще очень удобная подвеска есть. Она для соло правых полетов. Очень классно. Сколько надо учиться, чтобы научиться летать самому? Ну как это сколько? Совсем недолго. Недолго? Нет. Базовый Боже. Курс обучения. Давайте мы сейчас немножко сделаем камеру удобнее. Ближе под... Вот чуть-чуть вот так, чтобы мы снимали. Да. Базовый курс обучения стоит... Ой, стоит. По продолжительности 10-15 дней. Вот. Это основы, просто основы вы узнаете. Как это работает, понимаете? Боже, как красиво! Да, я здесь пару. Как красиво! Как красиво! Ага. Обалдеть! Вот так полетим. Вот так полетим. Я понимаю, почему вы отсюда не хотите уезжать. Это удивительная страна. Вы знаете, вот мне кажется, с этой высоты все понятно становится, да? Да. И когда любимым делом занимаешься, ты это все совмещаешь. Хотя во всех странах я это делал. А водопад? А водопад? Будет а водопад? Это как каньон, когда летим. Или вот еще один. Мы там в тени. Белая струйка, видишь? А мы туда полетим? Нет, туда не полетим. Погода мы туда не долетим? Погода не позволит вернуться. Не позволит. Я не хочу. Мы же без мотора. Да. Когда с мотором, да-да-да. Классно. Так красиво. Юху! Очень красиво. Красота. Да. А что там внизу? Что такое внизу там? Полуразрушенное. Что это? Это кастл был. Ну, получается, этот, крепость. Да. Много таких крепостей, по правде. Вот за этой горой тоже еще одна. И на ней, если посмотришь на гору, то видишь еще одну крепость. Вот там далеко? М? Вот там вот далеко, да? За горой? Нет, на горе. На маленькой горке. Да, я вижу. Это кто-то наш? Ваш? Да, это мой друг Вако. А вы знаете уже грузинский? Нет, не понимаю. У меня жена украинка. Зачем мне грузинский знать? Не, но все равно вы здесь живете. Здесь много, наверное, друзей, уже знакомых и всего. Ой, а там как красиво. Сейчас пролетим туда прямо на смс-ку и оттуда вернемся назад. Здесь так пахнет, здесь такой хороший запах какого-то цветов. Это правда. Наверное, я не знаю, что это такое, такой запах классный. Он свежий. Да. И очень-очень-очень не влажный. Он здесь сухой был. Совсем другой. Не такой, как везде. Я немножко длиннее камеры сделаю. Чуть-чуть. Дайте держать. Будет просто больше нас видно. Вот так. В общем, летим на смс-очку. Вот, да. СМС-ка, потому что. А почему? С-образный поворот, сверху увидим. А, да. А что здесь? Это дорога? Мы же ехали через него. Мы тут ехали, точно. Да, ехали. Просто с другой стороны. А так красиво оно смотрится. Вы видите сейчас, отсюда, да. Как он смотрит сюда. Так, такая прично, колоннада, как греческая, красиво так. Мне это привычно, этот ракурс. Боже, как красиво. А вы на планере тоже умеете летать? Да, умею. Впереди будет небольшая турбуленция, не волнуйтесь. Это турбуленция надо будет поднимать вверх. Ой, как классно. Мне Рация очень нравится турбуленция. Можно еще раз сделать? Можно, сейчас. Мы именно в нем будем удерживать наше крыло. И
по мере того, как мы будем в нем удерживать наш эхолот, будет зависеть, как мы быстро будем подниматься вверх. Так это работает. Мы сейчас будем поворачивать вправо. Класс! Ой, как красиво! А это Гудаури. Гудаури, вот там я живу. Гудаури. Вот там вот Гудаури. Ой, как классно! Не укачивает вас? Нет. Мне вообще не укачивать никогда нигде. Мало ли, иногда бывает. А что там вот круглое такое внизу? Где? А вот это для гидроэлектростанции, это озеро, в общем. Оно такое круглое, ровное, круглое. Это штучное озеро? Это озеро. Штучное, да? Штучное, конечно, штучное. Я в Украине. Штучное, что значит штучное, потому что штучное, да. Боже, как классно! Поточек. Мы пытаемся уложить наше крыло в поток. Он достаточно толстый. И наша задача его удерживать. Удерживаясь в нем. Как вы чувствуете эти потоки? Это чувствуется как-то руками? Или вы чувствуете? Я понимаю. Не могу объяснить. Что-то внутреннее. Как у птички, наверное. Сложилось уже за 22 года. Так это вообще люди с приборами летают. Чтобы больше понимать. Анатолий, вы себя точно чувствуете птицей, да? Вот умеете. Вы умеете все летать и на лыжах. Это как-то такое должно быть слияние с природой особенное. Вы представляете, 7 часов, 9 часов в воздухе без приземления. Представляете себе это? Нет. Спишь, кушаешь и летаешь. Да? Да, на соревнования там по 4, по 5 часов. Полетели назад. Ребята, смотрите, эти полетели туда, в ту сторону, и они не вернутся. Там нет восходящих потоков. Да. Я из-за этого. Мы, конечно, сейчас пройдем по той части. Я туда, у меня сейчас высота есть. Потом как бы огибать буду. Так. Да. Красиво. А, там даже какая-то река, ущелье, да? Ущелье, мы под нами ущелье. Название не знаю, мы называем его ущелье реки Арагвия, каньон. Вот это вот каньон. Очень мелкая, да, сейчас? Она не...